Ким, вставай! Пора играть в Стринова! Стринова? Это то, что не люблю. Короче, братва, всем приветик. Я, к сожалению, ухожу. Но не навсегда. А как минимум на одно видео. Прямо сегодня я вам покажу лучшие хайлайты с моего стрима по новой увлекательной игре, которая уже доступна в Стиме под названием Стринова. Ребята, let's go, let's go. С вас лайкусик, подписочка, а мы полетели. Пуху. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Это не просто игра. Это шедевр, произведение искусств под названием Стринова! Я думаю, вы, наверное, не всем понимаете, что это такое, чем ее едят, но, братва, я вам сейчас все детально расскажу и все детально покажу. Короче, братва, я в последнее время просто нереально сильно подсел на игрушку под названием Стринова. Что же это такое? Если вы любите аниме и вы любите, ребята, стендовчик, то эта игра вам 100% понравится. Тут, ребята, куча разных ништяков, куча разных приколов, поэтому вам точно скучно не будет. И плюс Стринова недавно вышла в Стиме! В Стиме, пацаны! Самое главное, почему эта игра, ну, прям супер уникальная, там лучше всяких Валорантов и Рочи и так далее. Тут есть такая штука, как струнификация. Что это такое, покажу немножко попозже. Давайте так, вначале выберем нашего любимого с вами персонажа. Кому какой персонажик нравится. Смотрите, у нас есть Селестия. Это, ну, такая снайперша жесткая. Дальше, Мадалена, ну типа тоже снайперша. Дальше, Мишель, это просто имба, это не тоже персонаж. Это персонаж Тащер, мой любимый персонаж. Кстати, да, тут, пацаны, можно скины покупать даже на оружие. Эта игра, это просто шедевр. Я говорю, я такого не видел. Ну что, вам всем интересно, наверное, как происходит игра. Пацаны, смотрите, давайте вначале выберем режим. Можем брать мой любимый режим уничтожения. Я обожаю этот режимчик, он мне прям супер нравится. Попробуем, так сказать. Все, пацаны, полетели. Так, нажимаем перейти. Все. Поехали. То есть это такая загрузка лобби. Сейчас после загрузочки лобби я уже немножко разобрался, немножко, ребят, не удержался, поиграл. Мы сейчас будем выбирать нашего с вами любимого персонажика. Все, 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 я выбрал персонажа. Брата, будем играть Мадаленной. Ну, потому что, к сожалению, других персонажей заняли. Вначале мы выбираем персонажа, а потом мы можем этому персонажу прокачать пушечки. Ну, если честно, это мой не самый любимый персонаж, но давайте немножко им поиграем. В чем суть этого режима? Задача нашей команды — охранять груз. Задача команды противника — этот груз, наоборот, отвести максимально далеко по точке. Поняли? То есть они везут груз вот так по точке, а наша задача — не дать им провести этот груз. Все максимально изи. Так, ну ладно, guys, let's go! Оу! Ой-ой-ой, посмотрите, какая сруба. Опа! На! Вы видели? Но это не я забрал. Я вам вообще покажу нашего способа, чтобы никто не писал, что я лимайну. И теперь смотрите, мы идем сюда к грузу. Оу, нифига себе, сказал я себе, мама дорогая. И все, теперь груз дальше не идет. Привет. Ой-ой-ой, я первый килл дал. Братва, вот это я машина. Не, ну я прям сам в шоке. А теперь смотрите, пацаны, что самый главный прикол этой игры. Нажимаю левый Ctrl, и вы посмотрите, какой я маленький. Я вначале тоже посмотрел, как будто это какой-то полный угар. Но, пацаны, я отвечаю вам, это реально полезная функция. То есть противники по вам фиг попадут. Поверьте мне на слово. Вот просто в жизни не попадут. Поэтому это очень-очень-очень полезная функция. Так, ну что, погнали дальше. Выносим кабинеты. О, кстати, у меня есть ульта. То есть тут еще есть ульта. Прикиньте, как это круто. Сейчас ультану, давайте. Я просто не знаю, куда ультануть. Ой, сюда. На! Всем лежать, маленькие. Смотрите, кто тут папа? Кто папа? Кто папа? Ой, блин. Ой-ой-ой. И смотри, какой тоненький. Ребят, на диете просто сижу. Так, взяли нового персонажа, ребят. А какая ульта у этого персонажа? Я, кстати, не знаю. То есть, смотри, я вначале выбираю персонажа. Этим персонажем играю. У каждого персонажа есть свои преимущества. А, это хиллер, видишь? Вот я похилился. Это хиллер. Привет, подружки, иди сюда. Ой, хорошо. Ну, правда, не я послал маслину. А что мне? Я играю в 3КД, вы что, на приколе, что так слабо? Теперь смотрите, главный прикол, как можно залезать. Нажимаю Е, и вот так залезаю сюда. Сейчас по-любому какая-то перхоть будет тут. Привет, сладенькая. Ой, хорошо, развалил кабинетик. Ребят, горец, киберспорт, не пропью, что попытки были. О, у меня ульта откопилась, вы сейчас просто офигеете, какая тут крутая ульта. Кстати, смотри, как тут прикольно летать. Это, братва, то, почему мне эта игра понравилась. Плюс мне еще эта игра понравилась, потому что я тут всех нагибаю. А ну-ка, нажимаю X. Так, тихонечко. Смотрите, это моя ульта. Чекайте. Чекайте, я телепортируюсь? Что за дичь? А, мы выиграли, все? Легчайшая для величайшего.
Вот так, ребята, вот так вот, вот так вот, учитесь, пока папка тут. Так, все, переходим, переходим. Пожалуйста, лишь бы я успел выбрать моего любимого персонажа. Сейчас самое главное, братва, вот просто по тактике пиксель. Вот так за 2 секунды успеть выбрать персонажа. Мишель, да, я выбрал Мишель, ура! Все, изи вин, пацаны. Мишель это мой самый любимый персонажик. Мишель это, как по мне, самый имбовый персонаж, это мой самый любимый персонаж. Вот сейчас вы поймете, почему мне понравилась Мишель. Отвечаю вам, вы сейчас скажете, что это ваш тоже любимый персонаж. Просто чекайте. Вот так бежим на аккурате. Смотрите, просто. Вот тут супер удобно играть. Мне, я не знаю, мне нравится Мишель, и супер удобно играть. Сюда, бежим. Главное, смотрите, надо смотреть мини-мапу. Нифига! Увидели? Живучий чел. Сюда, дорогулечки, ты моя. И, кстати, смотри, я кидаю такую камеру, и когда противник сюда подходит, камера по нему стреляет. Минус один. Давай минус два. Почти минус два, почти минус два. Мне в спину пошли, кидала. Опа. Минус кабинетик. Ого, смотрите. Смотрите, какая прикольная дичь. Обалдеть. Я говорю, вначале вам показывают, что это какой-то кринж. Пацаны, отвечаю. Нормальная тема, проверена лично мной. Прям супер нормальная тема. Привет, сладенький. Да. Стоп, стоп. Струнификация. Да. Развалили кабинет. Кто тут папа? Я тут папа. Я, кстати, играю, пацаны, в одну КД. Но я считаю, для новичка прям супер неплохо. Ой, хорошо. Не помогла струнификация, видели? Так, тут чел. Давай, давай, давай. На! Кто тут папа? Давай! Пацаны, мы почти выиграли. 3 килла надо дать. Давай! Раз килл! 2 килл! Да! Изи вин! Да! Так, ну что? Let's go, let's get it. Нажимаем начать. И поехали. Блин, братан, напоминаю, что игра вышла в Стиме. Обязательно залетайте, качайте, потому что она вышла, внимание, буквально пару дней назад. Бета-тест открытый. И ты можешь, братуха, протестировать эту игру. Мишель это мой любимый персонаж, Мишель. Но надо учиться играть с других персонажей. Давайте возьму я Одри. Была не была? Попробуем сыграть Одри. Попробуем. Я не обещаю, что выйдет, но я попробую. О! Я поняли, в чем прикол? Я когда нажимаю Q, это типа ульта. Ошалеть, я при помощи этой ульты вот такой бессмертный, грубо говоря. Да твои мне в спину зашли! А что делают мои тиммейты? Не, слушай, нормальный персонаж. О, идеальная позиция. Чекайте, где я сижу. Лишь бы никто в спину не зашел, умоляю. Лишь бы никто в спину не зашел. Найс. А, я пол. На! Хорошо, хорошо. Слушай, а мне понравился персонаж Одри. Посмотрите, что я творю. Чекайте. Я сейчас с пулемета шмаляю. Мне... Оу, развалил кабинет, да, пацаны? Кто тут на опыте? Я на опыте. А теперь погнали. Приветик. Привет, сладенький. Привет, пацаны. Здорово. Привет, пострижися. От судьбы не убежишь. Неужто минус 3 дам? Буду минус... Чекайте, минус 3 дал, да? Ошалите жесткий. Так. Тут моего тиммейта развалили. Не, все, я меняю персонажа. Ну, сорян, я не могу. Лучше Мишели никого нет. Вот сейчас Мишели, пацаны, просто чекайте. Буду давать по минус 5, по минус 6, по минус 7. Мишели это имба. Да куда? Найс, 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 найс. Хорош, хорош, 2 килла. 2 килла и погнали. Так, у нас 2 килла 3. Давай! На! На! Опа! Лежать, родники! Давай! Да! Не удивляйтесь! Годы тренировок! Мне вот супер понравился режим уничтожения. Я всем рекомендую. Кто вот перешел там, не знаю, из каких-то там Overwatch, Valorant, стендофов. Пацаны, режим уничтожения для вас будет идеальный. О-о-о! Найсик. Так, все подтвердили. Все, кроме последнего. Все, все подтвердили, имба. Давайте сыграем в Селестии. Так уж и быть. Мы начинаем, пацаны, нападение. Нападение это более сильная сторона. Я видел, они все тут. Я их запылил на минимапе. Я им сейчас спину им зайду. Не топаю. Они тут, они тут. Тише. Они меня не спалили, да? Привет, пупсик. На! Я им тупо в спину зашел. Какой я бот, какой я бот. Блин, мои тиммейты тоже боты. Все, ну мы слили, мы слили. Хотя... Хотя 2 в 1 играем. Шансы есть. Все, пачку поставили. Ну, 1 в 2, но вряд ли тиммейт справится. Он еще с АВП. Хотя...
Нифига вынес кабинет! Ладно, забираем мои слова обратно. Тиммейт нормально разваливает. Если еще раз дефюжит, я, это будет ор. Да ну не гоните. А, стоп, никого же нету. Все, полетели, полетели, ждем. А, я занял плент Б. Плент, блин, какие умные тиммейты. Не то, что в стендофе. Каждый тиммейт занял какую-то позицию. Реально красавчики. Все, это плент С. Полетели. Понял, принял. Тише, тише, тише. Я твоих ногнул. Да твою мать! Нифига! Я в столом всех раскидал, поняли? Я просто их не добил, но я нокнул чисто всех. А, шалеть! Имба, все! Не, нормальный персонаж. Я говорю, в принципе, тут, пацаны, в стринове, ну, тут все персонажи хорошие. Надо не забывать эту стринификацию применять, смотрите. Вот так, оп, и все. Чисто меня как будто нету. 3, 2, 1, поехали. Привет, Андрей. Опа! Добили. Хорошо. Твою налево. Ну где мои тиммейты? Ну я пожертвовал с собой, чтобы меня разменяли. О, ура, мы выиграли! Дефьюсти, 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 мы выиграли! О, смена сторон. Давайте сыграем, вот я ни разу не играл Луин. Мне же интересно, что это за персонаж. Активный навык, импульсный клинок. Ага, то есть я понимаю, Луин, она метает, да? Лежать. О, найсик, добил нокнутого чела. Ну что, пацаны, ставим плент. Ох, лишь бы меня не замочили, лишь бы меня не замочили. Пачку поставил, найс. И теперь просто все, вот так просто сижу в пикселе. А, все, мы выиграем. Нас пятеро, у них один чел, все, есть вин. Можно пушить, в принципе, даже. Вообще налегке, пацаны. Найс. Ха-ха. Хорошо. Победа. На, получил. Где? Где тиммейты? Не, потная карточка, очень потная карточка, отвечаю вам прям. А это самая потная карточка, которая вообще когда-либо была. Прям самая потная. А, ничья? Я думал, сейчас будет решающий раунд, ребя. У нас ничья. Ну что, ребят, как в целом игруха-то пойдет? Потому что мне игра, ну прям за счетик, прям понравилась, прям, во. Сейчас я вам расскажу, как скачать игру и как играть вместе со мной, потому что, ну, мне действительно очень-очень нравится. Мне очень нравятся все эти методики. Вот когда ты становишься тонким, как струна, да, струнификация. Поэтому, братва, это прям супер круто. Как найти игру в Steam? Все максимально просто. Заходите в Steam, библиотека, вот пишите игра. Вот так, в поиске. Стринова. Она называется Стринова демо, это бета-тест. И качайте эту игру. Потому что игра недавно вышла. Успейте прокачаться одни из первых. Будем ждать в ближайшее время глобальную обнову с новым... С новыми режимами и с новыми картами. Ну что, ребятки, я надеюсь, вы готовы ко мне присоединиться и покорить мир Стринова. Все нужные ссылочки есть в описании. Переходи, играй вместе со мной. С вами был ваш Кентуха. С вас лайкусик, подписочки. Всем пока!